в аду. Звучит музыка под названием... Рамштейн. Попса, наверное. Рок или рэп? Тяжелый. Да, тяжелый, короче. Да, там еще сатана раздевается, поет. Думаю, что веселая. Мерлин Мэнсон. Или какая-нибудь там Максим, наверное. Кажется, там какие-то баллады министрелей, которые поют про разрушенную Европу из какого-нибудь века 24-го. Аккордеон. Скорбно, скорбно. Откуда я знаю, это мне было? Бурзум Рамштайн. Имя твое Бурзум? Все производные рока, которые она слышит, она все время плачет, когда их слышит, и говорит, что надо отречься от этой музыки, потому что под эту музыку в аду мучают грешников. А такая музыка звучит в аду по версии Толкиена. Какая музыка звучит в аду? Ваша. Говорю, вы уху ели? Конечно, ели. Как же без я этого? Я не ела. Уха ходит в мой рацион. Да, я ела уху. У меня папа готовит. Я вообще рыбу не люблю. Я не ела сегодня уху. Мы ели чизбер. Уху есть. Есть. Совсем уха есть. Где располагаются чресла? Что? В организме, наверное. Вы, девушки, не знаете, что такое чресло? Да. Нет. Может, в носу? В носу, в голове, наверное, где. Ну, в некоторых ситуациях можно и в голове, да. Где расположены чресла? Под креслом. Где-то тут. Ага. Ой. А можешь медленнее теперь и под музыку сейчас? Ой, нет. А что это такое? Чресло, ну вы же взрослый человек, вы должны знать. Ну вот я взрослый, я не знаю, что теперь. Прикажете застрелиться, не застрелюсь. Italiano? Français, français. Paris. Paris. À Paris. Hey. Joe Dassin. Ah. Alizé. Ah. Louis de Funès. Johnny Hallyday, oui. Louis de Funès. Pierre Richard. Voilà, hey. Pierre Richard. Madonna. Oui. Madonna. Belle Madonna. Кажется, они задают дадут. Что тебе хочешь? Камеру. Может, я пойду, не стоит местно. Да я бегать за вами не буду. Не хотите отвечать? Идите, идите, давайте. Вперед. Анто Барабенте. Мы желаем вам, дорогие зрители, есть уху. А теперь давайте камеру. Побольше. О чем искусство? Да. Семена? Не знаю, не знаю. А теперь давайте камеру. Смотрите меня в бочину. Нет, не ударю. Потому что я нормальный человек. В отличие от меня. Ну, знаете, я вообще работаю в театре, поэтому не, в такие репортажи они как для меня нормально. Поэтому я спокойно к этому отношусь. А я раньше работал лошадью в театре. Да. Я задней частью наряжался и играл. Да, ну замечательно. Вообще, что... Карьера погибла, я просто сейчас репортажи делаю. Всем удачи и побольше денег. Всем удачи? Да. Ну ладно, не всем удачи. Мне недавно рассказывали, как снимают порнографию во Франции, какие используют инструменты. И? Там используют инструменты для добычи фуагра из гуся. То есть это такая длинная фигня, она засовывается в горло гусю и внутрь, к печени, к его увеличенной, циррозной. И вот той же самой фигней девушку насиловали в французском порно. Чудесно. Le crayon. Le crayon. А, le crayon, le crayon. C'est très bien. C'est très bien. Le crayon. Карандаш. La caméra. La caméra. La caméra. Le micro. Le micro. Micro. Macro. Micro, micro. 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 Bonjour, micro. Bonjour. Dites bonjour au micro. Bonjour, micro. Bonjour, micro. Bonjour, micro. Achetez un microphone. Toinki. Хорош. Нравится? Да. Хочешь подержать? Я хочу его домой забрать. Подержи. Нет, спасибо. О, прикольно и легкий. Да. Настя. Привыкайте. Вы в Третьяковку, да? Да. Всего хорошего. Could you say, смотрите 100-500 вопросов? No. Нет. Правда, что французы не пытаются даже понять другие языки? О-ля-ля, нон. Нон, пам-пам. Дезоле. Пам-пам-пам. 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 Какие у вас бубенцы? Пожелайте что-нибудь Максиму Голополосову. Кому? Значит, подполковника жить, доложить.
доложите. Карман дайте, доложу. Мы троллим сейчас. Да, мы троллим. Вы троллите, да? Да. Всех наших зрителей? Нет. Меня просто? Да. Ну вы, короче, с этими подковырочками, да? Нет, я все свое сковырял уже. А, сковырял. Нет, я не буду отвечать. Ты уже ответила. Продлевает жизнь, на самом деле. Не знаю. Смена пола, потому что женщины живут дольше мужчин. 1, 2, 3, 4, 5. You 5 years in Russia? Yes, actually. А что же бубенцы? Я знаю, кто это. Ты коренной житель России? Yes, you understand. Ну, конечно, я понимаю, у нас сейчас все коренные жители России, да. Почему иностранцы, как только приезжают в Россию, тут же покупают себе ушанки? Welcome to Russia. I'm too. You're welcome too. Oh, спасибо. Burning hell, then. Burning hell. Да, сумасшедший, готовлюсь к последнему бою. Я знаю заранее. Приступить к исполнению должностных обязанностей. Приступайте, пожалуйста, свободен. Вольно. Мочей и драгоценности.